В Забайкалье праздник Покрова Пресвятой Богородицы также встретили во всех храмах. Главный престол Кафедрального собора Читы посвящен Царице Небесной, казанскому ее образу. Поэтому богородичные службы здесь проходят с особым благоговением и торжественностью. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные верующие всей страны стремятся попасть в храм. Вот и читинцы сегодня утром, отложив ненадолго дела, спешили в собор, чтобы вознести свои молитвы Божественной Заступнице. Православным благочестивым всегда надо вести всем в этот день. Стараться жить по заповедям Господним. Покров Божьей Матери над всеми людьми. Она простирает свой мафор, защищает нас. От всех бед помогает нашим семьям, нашим детям. Пришли просто поблагодарить Пресвятую Владычицу Богородицу за ее помощь, потому что она считается и покровительницей Руси. Каждый человек, который приходит сегодня помолиться в храм, надеется оказаться под тем честным амофором, которым покрывает Пресвятая Дева людей, называющихся христианами, старающихся жить по Божьим заповедям и спасти свою душу. Историю праздника знают и дети. Сегодня вместо первого урока в храм помолиться Пресвятой Богородице пришли воспитанники православной прогимназии. Это очень хороший праздник, и мы всегда ходим в собор и молимся на молебны. Как называется праздник? Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник очень мы любим, особенно Коля и я.